День добрый! Сегодня, как и всегда, мы рекомендуем Пятерочку на уикенд от нас и партнера нашей программы компании «Эталон Днепр». Естественно, по чашечку хорошего кофе от компании «Эталон Днепр». Первый фильм называется «Мадам». Изначально вот я настраивался на просмотр комедии «Положений». Как оказалось, фильм гораздо глубже. Аманда Штерс, писатель, это чувствуется, очень сильная драматургия, несмотря на, в принципе, очень простую завязку. Отличные актеры Харви Кейтель, Тони Коллетт и Росси де Пальма, обратите внимание на эту удивительно некрасивую, но обаятельную актрису. Классное кино, называется «Мадам». Це не твій світ. Він тобі не пара. Він кохає мене, мадам. Вона мене зачарувала. Ми маємо розповісти Девіду правду. Ні, мені потрібні його гроші. Я щось відчула, коли він глянув на мене. Те, що ти відчула, було сп'яніння. Я жінка, а не покоївка. І я не гірша за вас, мадам. Я маю просте бажання. Бути щасливою. Мадам. Робин Эслунд совсем за короткое время стал одним из ведущих режиссеров европейского кинематографа. «Форс-мажоры», «Игра», «Гитара Монголоид», «Добровольно-принудительно» каждый фильм вызывал, ну скажем так, общественный интерес. Критики фильмы продвигали. «Квадрат» — новый его фильм. Это не лучший его фильм, но тем не менее он получил золотую пальмовую ветвь в Каннах. «Квадрат» — кино невероятно сильное. Вот все пороки современного общества, отношения художника и общества, ну, наверное, вот где-то как-то очень жестко вскрываются в этом фильме, который, в принципе, по сути, является комедией. Ну, такой очень европейской комедией, длинной. Настройтесь на этот фильм. Это кино моментами тяжело для просмотра, моментами захватывает, но «Квадрат» пропускать ни в коем случае нельзя. И отдельное спасибо режиссеру Робину Эслунду за «Мальчика». Вот, посмотрите фильм и поймете, мальчик настойчивый. Та якщо ви завмрете, не поворухнувши жодним м'язом, тварина, можливо, не помітить вас. І ви зможете загубитися серед зграї, цілковито впевнені, що жертвою стане хто-небудь інший. Ен? Не треба кричати. Ей, куди біжом? Сідь! Проси пробачення у моєї сім'ї. І за що? Назвав мене злодієм, я знищу тебе! Ви зазвичай займаєтесь сексом з будь-ким? Перепрошую? Ви зазвичай займаєтесь сексом з багатьма жінками? Квадрат. Найомник – типичный шпионский боевик. Очень жестко, очень круто. Моментами захватывает, но, как вот по мне, не хватило какой-то тени улыбки, абсолютно без тени улыбки. Сделали это кино, рассчитано оно было на франшизу. Не знаю, получит ли дальше развитие сюжет. Всего существует 15 романов о главном герое этого фильма. Сыграл его Дилан О'Брайен, но на нем большого вот акцента ставить не нужно. Абсолютно шикарен, как всегда, Майкл Китон.
Вот на нем фильм и держится. Он очень крут. Ради него стоит посмотреть этот, в принципе, простой боевичок, который называется «Наемник». Я гадаю, что мы тут робим? Вбиваем убивцу. Цієї осені. У нас проблема. 6 днів тому зникли 15 кілограмів плутонію. Подивись. Це не може бути він. Може, Айрін. Це привид. Бестселер за версією «Нью-Йорк Таймс». Чому він полює на вас? Це щось особисте? Усього, що він робить, навчив його я. Якщо ти майстер, виховаєш майстра. Там ядерна бомба, Міч. 48 годин, щоб його зупинити. Якщо ти зрадив, зрадять і тебе. Я тобі довіряв. Ти маєш знайти мене. Якщо ти вбивця, готуйся померти. Знищити ці. Слухай, сер. Де решта твоєї команди? Де новий я? Майкл Кітон, Ділан О'Брайен. Тобто ти просто вважаєш, що це кінець? Ні. Це лише початок. Американський убивця. Білий король – очень жестока антиутопія. Дебютна робота англічанки Алекс Хілфріч і бельгійця Йорга Тіттела. Антиутопія, которая цепляет и смотреть которую нужно в обязательном порядке. Из известных актеров играют Джонатан Прайс, Грета Скаки, Фиона Шоу, но не это главное. Посмотрите обязательно этот фильм. Я ничего о нем больше говорить вам не буду. Это кино абсолютно недорогое. Его смотреть тяжело, но его смотреть обязательно нужно. «Белый король». Просто назови мне имя человека, который может помочь. Никогда никому не доверяй. Это жестокие люди, но я прощаю их. Мы все чего-то лишились. Что ты готов предложить, чтобы снова увидеть отца? Отец! Ты и твоя матушка, вы должны бежать отсюда. Я увидел невероятные вещи. Не бойся, мы здесь в роли охотников. Стреляй! Тебя ждет великое будущее. Сейчас твой ход. Не надо промывать мне мозги. Выпустите нас. Добро всегда побеждает зло. Смотри, вот как заканчивают семьи предателей, типа твоей. Такова сила нашей великой страны. Мы должны принести жертву сегодня, чтобы завтра жить лучше. Белый король. Стивен Содерберг в своем репертуаре. Он делает кино, оторваться от которого невозможно. «Удача Логана». Чаннинг Татум играет, Адам Драйвер, Хилари Суонг, Дэниел Крейг, выбеленный Дэниел Крейг. Это особый трюк фильма. Вообще весь фильм построен на трюках. И, скажем так, это антитеза содерберговским же фильмом про Оушена и его команду, его друзей. «Удача Логана», на мой взгляд, один из лучших фильмов этого года. Классное, просто шикарное кино. Вітаємо на перегонах Coca-Cola 600. Як далеко сховище? 30 метрів. Більше 20. То 20 чи 30. Йдеться, бляха, про науку. Вони знатимуть тільки те, що треба. Моє злочинне життя позаду. Це страшенно тупо! Про це подбають. А це буде круто. Боляче, мабуть. Знайдіть усе на Джимі Лохана. Я тут роздягаюся. Не підглядай. Сказав не підглядати!
Лохани, певно, такі тупі, як про вас кажуть. Про нас так кажуть? Удача, Лохана! Дай мою руку, будь ласка. Оцю чи що? Это было все на сегодня. Смотрим хорошее кино по чашечку хорошего кофе от партнера нашей программы компании «Эталон Днепр». Удачи вам. Пока.